Так, вот он, Халет Истом. Вот я ему закинул этот порошочек, я на него нажал, все нормально, я его пропускаю. И сейчас я тебе показываю, что с ним происходит, потому что в прошлой серии я ж не показал, что с ним происходит. Я даже не проверял его, у него вроде все хорошо должно быть. Так, цель вашей поездки. Опа! Я ему закинул яду, и он что-то встал, скукожился. Так, только вот другалек, к нему не подходи. Так, вот этот плохой, он начал кашлять, выходит из него малиновое варенье. Другой пошел, хорошо. Другой другалек пошел. В прошлый раз, когда он пошел, вот этого взорвали у меня, моего друга. Говорит, слышь, ты что-то там, что, вставай, валяй отсюда. И идет. А ко мне нельзя. Вот. Так, что-то ему тоже плохо стало. Ну и он тоже решил за компанию прилечь, короче, к тому другальку. Тоже варенье, тоже упал. Лежит, спит. И все, мы выполнили с тобой задачу, Ежика. Мы убили того самого Халида Истома. Моя семья, как обычно, голодает. Моя семья, как обычно, любит меня. Она больна любовью ко мне. Рабочий день прерван из-за пограничного инцидента. По деньгам я все равно, кстати, вышел в плюс. Я не знаю, каким образом. А, ежик мне дал дар. Так что все хорошо, все нормально, живем, радуемся, счастливимся. К видео. Чуба-дуба-дуба-па-па. Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Мне за тебя уже передали бумажечки, ты можешь сегодня не давать. Шучу, давай бумаги, быстро. Бумажки. Вот, нормально. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в Papers, Please. Бумажки, пожалуйста. Сегодня продолжаем следить за границей. И мы разбогатели. Мы убили убийцу в прошлой серии. Ну, то есть в этой серии, ты уже это видел. Мы убили убийцу на 20-м дне и на 21-м дне. Мы счастливые, прекрасные, с нашей любимой, нашей прекрасной семьей, с нашими детишками, дочишками, которых я люблю, обожаю, всегда их кормлю. Ну как, через раз я их кормлю, иногда не кормлю. Неизвестный яд есть пострадавшие. А нахуй они едят неизвестный яд? Дураки, что ли? Неизвестный яд есть. Дебилы. Арстоцка приняла разоблачителей из Интегрии. Соседи могут рассердиться. Да и ладно. Как бы плевать, соседи, они и так сверят себе постоянно, эти дурацкие соседи, что им делать нечего. Подожди, кто это ко мне пришел? А, это я пришел. Инспектор, начата специальная программа по приему политических беженцев. Претендующие на убежище должны иметь при себе убежище, о праве на убежище. Въезжающие по такой справке обязаны представлять не разрешение на въезд, не описание внешних данных. То есть, парни приезжают, дают мне право на убежище и не дают разрешение на въезд и описание внешних данных. Окей. Охранники, как вы там? Да в прошлый раз какой-то парень сдох, мне страшно. Да забей. Забей, и ты сдохнешь. Чё, блядь? Неважно. Разыскивай. Ух ты, ёпта. Вот это вот какой-то аниме-злодей, слушай. А вот у этой бабы глаз потек. А эта баба её жуль ушмелил. Так, туда поехали. Значит, возможность у них есть право на убежище. Здорово, хочешь убежище? Ты убежище? Цель поездки. Я буду здесь работать. Ох, сколько здесь бумаг уже. Походу мы деньги будем тратить. Дио! Дио, это ты? А вот, а в смысле? Дио, а ты вот, ты неправильный Дио. У меня имя недавно изменилось. Ну давай отпечаточки сюда. Быстро впихуливай. Так, тихо. Это я себе записал, мыша перцовскую должна пустить. Опа, нормальное имя, слушай. Должны соответствовать. Ну, они вроде соответствуют. Ну, значит, все. Дальше проверять даже не буду. Ну, я так думаю, что раз игра одну ошибку мне дала, то все хорошо. Значит, все хорошо. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что двух ошибок у одной игры не будет. Кстати говоря, возможно, он тут был. Да не, он был не женщиной. Ваши приятата. Опа. Не дают политическое убежище. Отпечатки. Не знаю зачем, но давай. А Джессика Винди. Ни хрена себе. Так, что тут у нас отпечатки совпадают? Отпечатки совпадают. А тут у нас как насчет отпечатков совпадают? 64-167. Но я думаю, рост у тебя правильный тоже, да? Город Антегрия. Угу. Антегрия, Глориан. Ну ты была ж тупая бы, да? Если бы ты приехала сюда с ошибкой, поэтому, наверное, ошибок у тебя нету. Дата рождения 62-2. Джессика. Угу. Твое хлебало вроде бы похоже. Ну, баба, ты что-то вообще злая какая-то, ты мне не нравишься. Я бы тебя на самом деле расстрелял, но, к сожалению, ну или к счастью для тебя, не я здесь главный. Спасибо, да не за что. Надеюсь, здесь дела обстоят получше. Ну, конечно, получше, я еще не президент. Вот стану президентом, тебе пиздец. Так, давай, кто у нас там следующий? Пригоняй. Ух ты, какой маленький. Ты же такой карлик. А я, конечно, голова маленькая. Да у нее что-то как-то не только голова. 155, нормально у тебя по росту? А, нет, слушай, 155. А что это, я такой здоровый, что ли? 39, ты что, провозишь тут какую-то злодейскую тему? 155, это ж не так много. У меня знакомые 155 в рост, нормально. Да, нормально, это ж не такая маленькая. Чё она такая маленькая? Это я гигант, что ли? Я метр под 5. Ну да, наверное, я гигант, в принципе, подходит. У тебя какие-то злодейские вещи? Ну,
меня для тебя новость, у меня для тебя новость. Тебе пиздец. Ну, вот такая вот хорошая новость. Ты садишься. Садишься на бутылку, а потом в тюрьму. Вы это видите? Да, я это вижу. Ребята! Так, она женщина. Откусите ей ногу! Быстро! Сначала носы на лицо, потом откусти ногу. Я добрый человек, но просто она бандюга. Она пыталась протащить динамит, она хочет убивать людей. Я это осуждаю. Ого. Ваши документы, красную печать. Что? Поставьте мне красную печать. Я серьезно. Мне в импоре предложили работу получше. Красную печать я смогу разорвать договор в Асторске. Дам вам 10 кредитов. Ни слова больше. Ни слова больше. Я не продажный. Я знаю, вы тут целый день всем отказываете. Почему не мне? Я что-нибудь придумаю. Неприступный, неподкупный, идеальный, просто самый идеальный человек. Не пропустил его, видишь? Он мне деньги своим говорит, забери свои деньги. Не нужны мне твои деньги. Ты паспорт мне дай, скотина. Думаю, на пару недель. Да что, в смысле, паспорт мне дай? Паспорта нету. Дай паспорт, бабусь. Дай паспорт. У меня отобрали паспорт. Ну и хорошо. Так, только для отказов. Ну и отлично. Самый неподкупный, видишь, мне говорят, дам тебе 10, а я говорю, Эрабе, пошел отсюда, не буду брать никаких денег. У меня только паспорт, но вы послушаете. Слушаю. Времени очень мало, я должен сегодня въехать, вернусь через 3 дня со всеми бумагами. Чтобы вы не сомневались, я оставлю вам важную вещь, это семейная реликвия. Часы? Нахуй мне твои часы, это электронные. Я оставлю их в залог. Я вернусь, чтобы их забрать. Охренеть. И это тоже. Это все с зеленой печатью. Ой, ну, семейная реликвия, братан, я верю тебе, верю. Часы, это ж семейная реликвия, наверное, часы твоего бати, твоего деда. Уберите отсюда, я хороший человек, помогаю людям. Ты у нас кто? Востоломина, я хочу навестить друзей. Продолжить визита на 60 дней. В гости, ну и отлично. Так, западный грешник, ах ты калечие. Слушай, тварь, опять подрывать всех будешь, да? Опять всех будешь подрывать? Ну вот я знаю, твою мать. Да. Скотина, вот у тебя нет вроде бы проблем, да? Западный Грештин, тут все нормально, въезд до 12-25 хорошо. Тварина, ой, ты подлюка, ой же ты скотиняка, ой же ты... Тварь, ну ладно. Подожди, а Западный Грештин точно там есть? Да, по-моему, есть, я, по-моему, помню. В колечи, я с гадов уже запомнил, прям идеально просто. Просто идеально вас запомнил. А что ты на работу не идешь? Ой, ну вот давай ты никого не будешь подрывать. Я тебя очень прошу, не подрывай никого. Там мой друг. Друга подорвешь, я ж обижусь, я уже буду плакать. Ошибок нету, ну это нормально. А может быть она убийца, кстати говоря, я не посмотрел. Я буду здесь работать. Продолжение визита. Кто это? Кто это, блядь? Стреляй! Ключи! Где? Где ключ? Ключ. Сюда. Достаем. Оп! В рабочий день прервано из-за атаки террористов. Вашу сестру арестовали? Ее дочери негде жить. А, сестра не с нами живет, да и плевать. Ее дочери негде жить. Ой, это еще один рот кормить. Она ж заболеет, она ж сдохнет, она ж вшивая, я думаю. Нет, сестру я никогда не любил. Ну ладно, я приручу племянницу. У нас все равно собаки нету. Ай, ладно. Добро пожаловать, племянница. Мы любим здесь своих родственников. Сегодня ты не ешь. Впрочем, как и мы все, ну то есть я ем, но все кроме меня не едят. Отопление, кстати, тоже забудь, отепляй себя своим телом. Вы можете кучкой лечь друг на друга и отеплять. Хорошо, приютим племянницу, премия за попадание 20, ну и отлично. А чё сестру арестовали, за что? Чё он такого сделал? Дерзкая мотоциклетная атака в Грештине, экстремисты наглеют, Грештин влечет их как магнит. Антагрианский разоблачитель прибыл и исчез. Кто? Не важно. О, другалёк ко мне сейчас придет, вон он стоит, ждет. Я тебя спас, между прочим, я знаю, что сдохнуть мог бы. На этом пункте стрельбы больше, чем на войне. Я в калечии 5 лет назад воевал. Если ты думаешь, что в Арстоцке плохо, это ты в калечии не был, там 10 раз хуже. Можно понять, чего они сюда ломятся. В общем, ты отлично справляешься, так и продолжай. Конечно, отлично справляюсь, ты ж не сдох. Вот если бы ты сдох, было бы тогда плохо, но ты ж не сдох. Ты мне, между прочим, бы денег дал, ну или хотя бы дочь приютил. Бумажек так много уже. Ай, герой Астоти совсем справится. Герой Астоти совсем разберется. Добрый вечер. Документики, давай, пожалуйста, сюда сразу же. Орвич Вонер есть в нашей великой Арстоцке. Женщина, хорошо. А че это тут? А ты вообще не похожа. А ты что-то не похожа. Слушай, это тебя так вот это годы пострадали, да? Годы не пощадили. Ну я понимаю, сейчас и я тебя не пощажу. Хочешь, я тебе с кулака? Бам! Хочешь, я тебе верну обратно? А ну-ка, Алена Мули.
Нет никаких проблем. Ну правда, года не пощадили. Хотя я бы мог, кстати говоря, ей сразу в отказную идти. Я ж забыл, мы же с тобой нашли в прошлой серии секреточку. Мы с тобой нашли пасхал очка. Мы можем с тобой чуваков не пропускать, как только находим у них какую-то проблему. Ух, ты что такой злой? Че такой недовольный? А, понимаю, почему такой недовольный. Ну ты сейчас пойдешь на бутылку, а потом тебе яйца откусят. Я даже не знаю, что сказать, это я. А вот может быть тебя посадят, кстати говоря. Я бы ему отказал, но возможно его посадят. Если его посадят, это будет прекрасно для меня. Дружище! Мы тебя на курорт отправим. Сейчас на курорт отправим. Сейчас ребята придут, они тебя проводят. Прям на море, прям на курорт. Там шахта, в шахте будешь копать, станешь сильным. Это тренажерный зал. Тренажерный зал имени Каменщикова. Будешь каменщиком работать 3 дня без зарплаты. Да и 100 лет без зарплаты тоже будешь работать. Добрый вечер. Привет, это снова я. Помнишь меня? Нет, не помню. Я отдал тебе классный вымпел. А, да, точно. Слушай, я рассказал своему тренеру. Он очень расстроился. Сказал, что если не верну вымпел, я в автобусе на переднем сезоне больше не езжу. Там все места хорошие. Последний лучше всех. Так что выпил мне очень нужен. Чё скажешь? На! Отлично. Раньше он какой-то потрёпанный, раньше не такой был. Вот, он вообще тут порвался. Что ты надел? Отлично, тренер будет рад. Он будет рад тому, что его порвал? Ну ты какой-то дурачок. Да ты какой-то дурачок. На, я даже проверять тебя не буду. Вали отсюда. Спасибо, друг. Да не за что. Не забудь поболеть за нас на оригинальном чем. Я его, то есть, в прошлый раз не пустил. Он мне отдал эту хрень. Я ему вернул эту хрень. А он мне дал за это деньги. Вот это у тебя классно, короче говоря, это, иракез. Я сюда в гости, продолжить с визита на пару дней. На пару недель, нормально. А, так, давай их сразу проверю. 72 килограмма, рост совпадает. Ну, слушай, у тебя иракез такой вообще панкушный, хороший, прям мне нравится. Боритов, нормально. Боритов, ты шо, рокер какой-то, да, музыку делаешь? Ну ты это, музыку мне спой. Спой прямо сейчас музыку, иначе не пущу. Станцуй тоже, еще быстренько. Так, подожди, пока ты танцуешь, я проверю, ты там откуда у нас. Одеяна Федерация, че, Great Rapid, нормально? Все. А то я на всякий случай проверю, ты у меня вызываешь подозрение. Great Rapid, до, въезд до, а тут въезд до, нормальный. 12-17, опа, нет, нормально. Я думал докопаться, братан, я думал докопаться, но не удалось. Так, въезд до, да вроде бы все хорошо. Транзит, транзит, да вроде все хорошо, у меня как бы и возможность на ошибки есть. Да что ты вызываешь у меня какие-то подозрения, а ты не убийца случайно? Да нет, какие-то там все скукоженные. Ну давай, вали отсюда. Чего ждешь? Пошел! А это еще? Окей, я думал, он деньги мои хотел забрать. Так и знал! Я вот знал, просто знал. Ты кто такой? Меня пригласили на международный переговор. Арстоцкая республика, Ансел Кукурю, Куру. Паспорт хороший, да, паспорт у тебя. Лис Ринади в калечии существует, вроде бы. Ну-ка, давай я проверю. Че, ты тоже все будешь взрывать, а? Ах ты тварь, ай ты тварь! Город удачи указан непонятно. Ух ты, подлюка, моего друга хотел за меня взорвать, да? Вы кем себя возомнили? Я себя возомнил тем, кто тебя посадит. Ты, собака, псина, лысая, трещавая. Парни, откусите ему ногу. Здорово, здорово. Я опять пришел. Здравствуй, Жоржа. Все как всегда. Деньги дашь? Не? Ошибки надо найти на тебя. Так, ну я ж найду. Ну ты посмотри, ну ты хотя бы это бы. Ты можешь похудеть. Тут прям тайна, это точно. Повернитесь к камеру. Может, тут секса много? Да, Жоржа, конечно. Я тебя для плейбоя фоткаю. Я ж тебя буду продавать потом. Что тут у тебя? Че ты провозишь в этот раз? Ну, Жоржи. Ну, никакой контрабанды, никакого оружия. Ну, Жоржи. Деньги давай. Хорошее сразу видно, да? Стой, я тебе дам 10 кредитов за правильный стампик. Подумай о семье. А на эти кредиты могут всего хорошенького купить. За какие-то маленькие невредные. Да это плевать на семью, я тебя так пущу. Иди. Жоржи, ты ж другалек, ты ж братюха. Как я тебя вообще посадить могу? Мне говорили, это дело трудное, а пока все гладенько. Тебе спасибо. Что-нибудь хорошенькое для жены купи? Конечно. Я ее куплю. Ничего. Я ее, может быть, покормлю. Я, может быть, ее покормлю. Возможно, не знаю. Я тут транзитом еду. Продолжительность визита. На пару недель. Пипец, ты что-то жестко выглядишь. Я не знаю почему. Ты выглядишь как-то страшно. Я не знаю почему, мужик. А что с тобой такое? Почему ты выглядишь так странно для меня? Опа, у тебя один денек, мужик, ты торопись. Один денек остался. Майкл Джонсон. Ты что, этот? Тот самый? Майкл Джонсон? Майкл Джордан? Так, ты откуда вообще? Ты кто? Импор. Давай-ка я проверю. Энки. Энки существует. Хорошо. Транзитом еду в другое место на пару недель. Хорошо. Так, номер паспорта у тебя нормальный? Почему он такой подозрительный? Я не понимаю. Вот что-то меня в его лице смущает. Я не знаю даже что. Но тут мы вроде бы все проверили, да? Тут все хорошо. Как бы мне не хотелось тебя посадить,
мудила. Но я не могу, потому что ты хороший, добропорядочный гражданин. Мы можем, конечно, тут весь день стоять, смотреть друг на друга, но, наверное, это бесполезно. Ой, вот чувствую, у меня сейчас будет штраф. Ой, вот чувствую, у меня сейчас будет какой-то штраф. О, да ладно. Ваши документы. Раньше у меня были такие часы. Продай их мне. Мне их оставили на время. Да ладно тебе. Он точно не вернется. Давай я тебя от них избавлю. Дискредит заплачу. Пошел вон. Нет, не буду. Вискила, парадизна. Да я думаю, у тебя на самом деле все ровно. Обычно те, кто распиздяйствуют много, у тех все хорошо. Арстоцка. Хотя, может быть, я тебя сейчас посажу. Хочешь, я тебя посажу? Хочешь. Как тебе такая идея? У нас сегодня акция. Раз, два, три, отправляю тебя в тюрьму. Раз, два, три, в тюрьме туалеты протри. Не? Не хочешь? Вроде все хорошо. Нет, не буду я часы продавать. Слава Арстоцке! Не буду часы продавать, это нехорошо. Чужие часы. С чужими часами нужно относиться хорошо. Ух ты, вот это ты бородатый. А какая ваша цель поездки? ПМЖ. Ну хорошо, не ПМС. Так, 90 килограмм. Ну, 188 сантиметров. Это ты большой мужик. Ты даже в этот не помещаешься почти, что да, я вижу фотку. Я торопиться не буду, потому что у меня что-то ощущение тоже неприятное. 12-20. Вес нормальный, да, 188, все хорошо. Так, давай. Кристиан Мэтьюс. Все правильно? Все правильно. Это тоже все правильно. У меня одна ошибка. Одна возможность не ошибиться. Я не хочу ошибиться. Въездо. Хорошо. Чувствовал. Как знал? Да, срок документа истек. Я даже не знаю, что сказать. Ну, скажи, к примеру, ладно, я вернусь когда-нибудь в следующий раз, и, может быть, тогда у меня не будет никаких проблем. Вот это ты можешь сказать, а можешь сказать что-нибудь еще. Мне вообще насрать на самом деле. Иди отсюда. Уходи. Часы хотел забрать, ты прикинь? Часы хотел забрать. Не мои, чужие часы, как не стыдно. Слушай, а шая где? Я шаю не нашел. Мне нужно шаю спустить, отпустить, пропустить, попустить. А я не могу, ее нету. Ваша племянница привезла с собой сбережения своей матери. Сколько? Соточка. Слушай, а может мы переедем в 7 класс? Что-то мы задержались в 8. А то у нас денег-то дофига. У нас реально много денег. Но у нас может быть черная полоса когда-нибудь. Я вот не хочу тратить эти деньги, потому что черная полоса может быть. Ну ладно, разберемся как-то. Племянница, окей, смотри, племянница вообще хорошая. Просто я не знаю, а в классе 7 будет что-нибудь лучше? В классе 7 что-нибудь дешевле будет? Потому что если в классе 7 не будет ничего дешевле, то какой смысл? Нам и так нормально живется, потом съездим на море, там потусим. Лучше мы купим новый PlayStation, чем жить в какой-нибудь другой хате. Просто мы и так на отопление экономим. Я думаю, там отопление может быть дешевле. А продукты там точно такие же. Лекарства точно такие же. Какой смысл? Это просто опасность. Опасность для своей семьи. Я не хочу подвергать опасности мою семью. Я понимаю, что у нас будут проблемы. Тем более сын болеет. Нужно лекарство. Где-то простыл. Я не знаю где. Я надеюсь, вам понравилось. Вот, видишь, новая вспышка поэмилита. Прикинь, нам придется семью лечить. Я тебе точно говорю. На этом пока что все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал. Оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.